Всем привет! Сегодня снимаем видео о новом клановом инстансе. Их существует два вида. Мы проходим, будем проходить сейчас первый. Получается тот, который с двумя боссами. В принципе, я расскажу уже в момент самого прохождения. Клановые инстансы делятся по уровню сложности. Есть 16 звезд, и у каждой звезды есть своя определенная мощь. Мы взяли максимальный. Мощь имеется в виду максимальная суммарная клановая мощь, не конкретно каждого отдельно. В общем, вот сам инстанс. Сейчас у нас инстанс с двумя боссами. Для того, чтобы дойти к боссам, нужно пройти мобов. Изначально вся команда делится на... весь клан делится на две команды и идут двумя сторонами. То есть два человека идет с левой стороной и три человека идет с правой стороны. Когда первый уничтожает монстров своей стороны, открываются ворота противоположной команды. И наоборот, когда убивают, то есть как слева проходит мобов, открываются ворота справа. И когда проходят, получается, справа, убивают монстров, то открываются ворота слева. Дальше команды также могут идти двумя группами на двух боссов. То есть одна группа в два человека идет на одного босса, вторая группа на три человека на второго босса. В принципе, мы так и хотели, но изначально запутались и немножко перепутали боссов. Да, я вот немножко помогал не той команде, вернулся. Задача такова, что нужно убить обоих боссов с разрывом не более там 15 секунд. Потому что если больше 15 секунд пройдет после смерти босса и вы не убьете второго, то он возрождается полностью. В принципе, так как у нас и будет, мы сделали специально для видео, чтобы было понятно саму механику. Боссы плотные, учитывая нашу мощность, то есть мы нет критов, очень много блоков, например. Мощность у нас не маленькая, по 6, по 7, по 8 миллионов у всех. В целом, все равно, как бы, проходится довольно-таки легко, учитывая, ну, наш мощь. В принципе, я думаю, что и 5-6 миллионов тоже смогут пройти их без проблем. Выбирали мы, естественно, опять же таки, повторюсь, максимальный уровень для максимальной награды. Проходится инстанс клановый раз в неделю. Собирайтесь всем кланом. Также, если кто-то не пошел и вы прошли клановый инстанс четвером, ему тоже дастся награда. Независимо от того, был человек на клановой инстанции или не был, награда выдается всем. Абсолютно. Единственная разница, те, кто присутствовали на самом фарме, получают дополнительно очки эволюции, по-моему, да, там, по-моему, 24 тысячи очков эволюции. Вот. Вот примерно мы подводим обоих боссов к минимальному значению жизни, чтобы потом их добить одновременно. В принципе, вот такой вот фарм весь. Несложный. Прошло 5 минут. Практически оба босса мертвы. Но мы сейчас еще и убьем одного. В принципе, вот этого мы сейчас убьем, для того, чтобы посмотреть, какой будет отчет и как будет респ происходить. Немножко попали под скиллы, потом еще придется слиться. Для того, что... Вот, видите, поставится хрест. Здесь даже дается 30 секунд, хотя в описании было 15. Дается 30 секунд, чтобы добить второго. Мы второго не добили. Босс, который слева, у него меньше хп, но он плотнее. Это специально придумано для того, чтобы запутать. Получается, вы оставляете одинаковое количество жизни, видите? Но добить не успеваете. Вот, полностью восстановился. Я сейчас полезу под скиллы для того, чтобы умереть и с фулл хп вернуться. А, да, есть у каждого три попытки перерождения. То есть вы заходите в инстанс, умираете один раз, вас восстанавливает. Второй раз умираете, вас восстанавливает, воскрешает. Если вы умираете третий раз, вас выкидывает с инстанса. То есть всего есть три жизни. Первая основная, потом две добавочных. И четвертую уже не дают, вы просто умираете. То есть вас не воскрешают. Вот. Сейчас я буду, как бы, мало дамага, поэтому специально подставляюсь. Для того, чтобы вернуться с фулл хп.
воскрешаетесь вы в начале инстанса, там, где стартовали. В принципе, это не проблема, прибежать это пару секунд. Вот. Ну и дальше, в принципе, как по накатанной, один босс стоит с маленьким количеством хп, второго добиваете, подгоняете до малого количества и дальше добиваете обоих боссов одновременно. Вот. Когда там уже мало, я иду к второму, начинаю добивать второго. Все, первого убили, второго тоже. Все. Вот такая вот награда. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.